Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель. Давно у нас не было таких посылок. Сегодня у нас распаковка интересного предмета. Это у нас помощник в чистке монет. Надеюсь, мое приобретение послужит верой и правдой всем вам. Возможно, все получится. Эксперимент будет. Так что распакуем. Пришла она у нас из Санкт-Петербурга. Вот она, красавица. Не торопитесь бежать, покупать, узнавать, где это можно приобрести. Сначала мы проэкспериментируем. Если все получится, это будет революция в чистке монет. Так что открываем нашего помощника. Может быть, получится. Ну что, не будем церемониться. Распакуем быстренько. Да, давненько я посылочки не распаковывал. И вот вашему вниманию вот такая коробочка. Давайте посмотрим, что внутри. И вот, вашему вниманию, вот такой вот агрегат. Так, здесь у меня ключик. Даже вот такое есть. И сами насадки. Вот такого характера насадки. Чуть потоньше, чуть потолще. И дополнительные насадки. Все это вставляется, вкручивается сюда. Зрение уже никакое. Так. И включаем. Надо будет еще разобраться с правилами, как он работает. И покажу вам видео, как этот весь процесс работает. То есть здесь вот, как мне вам сказать, эта чистка будет заключаться при помощи ультразвука, да? Имеется инструкция. Ультрасоник. Прочитаем. Как вы поняли, это предмет для удаления камня. Зубного камня. А мы будем удалять камень с монет. Я думаю, должно прокатить с этим инструментом. Вот такая вот ноу-хау мне пришла. Будем разбираться, как он работает. И весь процесс чистки монет, результат до и после, я вам, конечно, продемонстрирую. Вот такая короткая распаковка. Итак, ребята, в общем, я ознакомился с инструкцией. Ничего сложного здесь нету. Просто-напросто две кнопки вперед-назад и все. 9 режимов, вибрация. Ничего страшного в этом нет. Справится даже ребенок. Серьезно. Я разобрался, почитал, посмотрел, даже сделал небольшой эксперимент. Ну, просто любопытство раздирало, как получится работать с этим инструментом. Ну, честно сказать, поначалу мне очень-очень понравилось. Сейчас вам покажу результат небольших манипуляций. Делал все на сухую, ребят. На сухую, ничего не замачивал, но, думаю, надо замачивать. То есть, нужно как-то принцип чистки усовершенствовать. Вот, и сейчас я вам покажу. Ребят, сделал я вот такую вот небольшую наглядную агитацию. Был у меня пятачок, вот такой вот. На нем имеются зеленые проявления окислые,
и половина орла, только орла, я почистил непосредственно на сухую. Ничего не замачивал, ничего кроме данного прибора я не использовал. Вот он приборчик, еще раз продемонстрирую. Вот, жужжит, не для слабонервных, кто боится стоматолога. Дальше взял серебряную монетку, тоже обработал именно только орла. И, в принципе, результат тоже есть. Видите, да? Монеты из земли. То есть на них окислов нету, я просто счищал с нее вот такой вот налет. То есть для серебра тоже это возможно. И взял, знаете, такую монету, которую я не чищу вообще никогда, потому что монеты такие в таком состоянии, ну, получается просто убожество. То есть, как бы, раковины, язвы после чистки, да еще они и зараза краснеют. И вот смотрите, пошмурыгал я ее насухо. Хочу сказать, что удаляет налет, удаляет красноту, зелень. И я вам хочу сказать, что с мелкими язвами, то есть, которые кратеры после остаются, этот прибор тоже удаляет. Но крупные раковины, к сожалению, нет. Вот, наглядно я сейчас вам покажу, как он жужжит. Для слабонервных, конечно, не стоит наблюдать такое зрелище. Прибор у нас включается просто нажатием на кнопку. Удержанием, получается, в первый режим, и при помощи этих двух кнопок вы прибавляете, уменьшаете интенсивность работы. Вот, мне понравилось работать именно с широкой жалом, и вот смотрите, как он жужжит. Процесс элементарный, ребят. Видели, да? Ничего сложного нету, просто-напросто вводите по загрязненным местам, и происходит чистка. А чистка осуществляется механически, ребята. Многие шаберами не могут работать, потому что, как бы, разница шаберов в заточке, разница в шаберов непосредственно толщина. Ну, ребят, так вот. Вот, все заточки с усилием, как что нужно нажимать и все прочее. В общем, с шаберами механическая чистка многих сложновато. С этим прибором справится любой. Здесь тоже самая механическая чистка. Используется всего-навсего, ну, я думаю, будет использоваться один всего-навсего наконечник. Это вот такой широкий. Вот, узким мне не понравилось. Он, честно говоря, при нажатии оставляет царапины. Нам это не нужно. Широкий самое то. Легкими, просто прикасайтесь до монеты, и осуществляется чистка. Мне очень понравилось, будет видео полноценное по чистке. Я буду монеты замачивать, в чем замачивать, как, сколько времени и при каких усилиях, какие нагрузки нужно придавать, и сколько времени у меня займет на чистку одной монеты. Механическая чистка — это всегда хорошо тем, что вы контролируете процесс. Химия не всегда получается то, что вы хотите, потому что с удалением налета удаляется часть металла. Надеюсь, видео зайдет тем, что назову распаковка посылки просто-напросто, а сама чистка будет позже. Так что ладно, надеюсь, видео. Поставьте палец кверху за трудостарание. Стараемся для вас, для облегчения ваших трудов. В любимом, нелегком нашем хобби. Все, с вами был Седой Копатель. Встретимся на копе, наверное. Все, пока.